Всех рад снова видеть у себя на прохождениях игр канала Ракета. Мы сегодня попытаемся завершить прохождение игры Trail Out. Остался один соперник, и нам осталось чуть-чуть всего лишь. Набрать 2 миллиона подписчиков, и наш Фрэнк Вудс будет вынужден выйти с нами на дуэльку. Ну а пока что мы стараемся, ребята, как можно побыстрее набрать нужное количество фанатов, чтобы этот дядя согласился с нами. Я бы сказал бы посоперничать. Так что погнали. Итак, вперед из песней. Nissan Skyline. Наша любимая пока что машинка. Ну давайте. Попробуем. 5 кругов, нужно прийти первым. Вот такие вот дела. Желательно, конечно, сейчас максимум фанатов брать в каждой катке, плюс еще занимать призовые места, чтобы у нас была хорошая, я бы сказал бы, прокачиваемость перед финальным боем. Ну что, let's go. Так, ладно, я понял. Первая катка у нас, как обычно. Будем считать, что ничего не было. Так, размялись. По лайту. Вперед. Машину с моего пути, блин. Йоу. Не, ну я понимаю, вы уроды любите так делать. У вас крови, сука. Потому что постоянно начинает вот это вот делать. Когда тебе подрезать лезут. Давай. Кто-то у нас из девочек. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот у него машина хорошая. Она прям дорогу чувствует, когда на асфальте вообще огненная. Ну, у Фрэнка Вудса, конечно, форт тоже ничего. А сколько кругов-то? 5 что ли надо? Это многовато прям. Да блять, что вот это такое-то, а? Вот как вот это, я не понимаю. За что там можно зацепиться просто? Забей.
Краугер. Есть какие песни пободрее, а? Почти под 300 разогнал я наш Sky. Отлично. Я думаю, 30 тысяч фанов где-то по-любому будет. Да нет, всего лишь 20. Маловато. Маловато. Надо 300 тысяч. 300, Карл. Где бы их взять-то, а? Триста фанатов надо, офигеть просто. 300. Чтобы у меня было просто 2 лимона фанов. Как бы еще не пришло, возвращаться бы в прошлые катки, которые будут давать нам каких-нибудь подписчиков. Где у нас вторые места, третьи, что как вариант. Ну, хотя мы это, если сейчас будем брать хотя бы первые, вторые места, можем это компенсировать. Плюс, ну, естественно, мы зарабатываем, да, места. И компенсация это еще за покраску фанаты идут. Даже по 3000, в принципе, это тоже имеет место быть. Хоть что-то. Ох, нифига себе. Камара. Доминик Торетто, да? Как бы это опробуй новую машину. Ё-моё. Дорога какая-то прям не очень-то меня радует. Пока что, чё, надо вот эти, кстати, тоже вызовы, блин, все сделать. На фанатов там, там есть какие-то тоже призовые места. Что за трасса какая-то? Беспонтовая, не разогнаться, ничего. Давай, 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 давай. Так-то, в принципе-то, чё? Ну, она поначалу какая-то сложная, а так она, в принципе, простая трасса. Ну, блядь, ну вот это вот, вот... Ой... Какая вот это вот меня прям... Тема так убивает в этой игре. Вот она машина, правильно, чувак какой-то говорил, я смотрел Букин, по-моему, зовут. Машина здесь сделана, как это, знаете, она вообще ничего не весит, как пушинка, блин. Ну
никакого веса нет вообще в этой машине. Независимо от того, на чем вы едете. Легковушка, джип там, я не знаю, танк какой. Эта трасса прям длинная. Ну она прям реально. Типа. Это замудренная очень трасса, мало того, что она длинная еще. Ну, кстати, вот эти еще призы в игре, это сделано только потому, что оптимизации в этом игре нет. Это я тоже думал, типа, вот у меня видеокарта, там процессор не тащит. Да ну нафиг. В 2К там в метро играешь, там, я не знаю, в Риннер 2, блин, ну еще в игры топовые, блин. Которые твой компьютер просто берут и съедают. А тут какая-то гонка, ну, я посмотрел, что... Сама игра тебе такая. Впереди. 5 минут, блин, гонка. Простите, мэм. Как вы любите вот это вот прям перед колесами вылезать? Надо как можно на первом месте держаться, тогда фанатов больше за счет места идет. Поиграла. Нету больше розового у нас Шевроле Камара, да?
трасса относительно такая простая. Поначалу, конечно, да, вот эти вот срезы прям не очень радуют. А так она простая трасса, конечно. Давай. Ну вот 65 тысяч уже есть. То есть как бы если так дальше играть, то 300 это прям только в Ну что, поздравляем еще с одним первым местом. На 6 секунд. Разрыв, да? Ну что, Фрэнк Вуз, мы постепенно приближаемся к тебе. 84. Вообще нормально прям. Михалыч. А, ну это тоже, да, дерби? Так, четвертое место. Нужен лед. Нужен лед, два круга. Есть хотя бы... Не, вообще лучше приходить к любым призовым. Конечно, желательно занимать первые места, вторые, потому что это бонус прокачки фанатов, безусловно. Ну. Вперед. Больно, да? Что-то вспоминается Колин Маккей. Ты, дядя, можешь дашь проехать, а? Вы так любезны были прям. Самая классная тачка здесь это вот у Фрау и у Sony Blade. Мне было такой вот прям джипарь хотел бы. Мало того, что у нее типа у нее быстро едет, а то еще и нормально толкается. В отличие от всего, что здесь предложено. Конечно, Skyline, да, безусловно, как фанату серии, да, Форсаж, когда там Райан О'Коннор исполнял на нем. Ну да. Уокер навсегда останется в наших сердцах. А уже этого парня, один сегодня, как раз бился.
Память о нем безличная. Форсаж, именно тот Форсаж, который последний, будет всякий там. Хотя и последний некоторые можно посмотреть, но это... Если уж до седьмого, наверное. Пятый, шестой, там, да, еще. Ну и, соответственно, все остальные. Первый, второй, третий, четвертый. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, то как бы... Только чисто так, для прикола. Хотя, да, знаешь, такие тормоза-то, они не очень-то тут тащат, я сказал бы, на льду-то, да? Хотя, видимо, я поставил больше на лед сделано. Гадают три сотки, да? Ты дура, что ли? Я посмотрелся на эту дурочку, как она тут исполняла, блин. Тоже результат неплохой. Зато не надо переигрывать эту катку. Все равно 29 000, нормально прям. Так, ну что, идем дальше. Что это такое? Ох, ни хрена тут сколько гонок-то, ё-моё. Мне кажется, придется разделять ее на две части. Слишком тут много трасс прям. Побить рекорд. А тут что надо? Бодаться, что ли? Угу. Браво.
Фанаты. Да? Даже рад. Данному событию. Опа. Здравствуйте. Ну привет, Михалыч. Что-то хотел? Чего приперлись? Открой. Зачем это? Открой. Вдруг думать начнешь. Он хочет нам заплатить за то, чтобы мы не шли на первое место. О, это дело чести, Вудс. Деньгами ты всего не купишь. Сюрприз, мазафакер! Это ж надо было так подставить, а? Я же говорил, здесь будет опасно. Надеюсь, ты понял, что в этот раз это точно твой последний фестиваль в жизни. Конченый не умеет и не хочет проиграть честно. Пиздец тебе. Да, с Вудсом мы еще встретимся. Некрасиво так делать. Он правда думал, что деньгами можно купить честь. Честь не продается. Как там говорят? Жизнь родине, сердце женщине, а честь никому. Это что за тачанка такая? Даже не знаю, что за машина. А что она похожа на? Давай, рулем. На тот раз я помню, как мы на ней ездили. Нашел бы ему Mustang GT. Эленор.
кто смотрел фильм, знаешь, 60 секунд и понимает, про что я говорю. Что-то я помню. Поиграл чемпион наш. Да ты дура под машину-то, а? Ощущение, что под конец я стал лучше ездить, чем вообще за всю игру, блин. Фонтан сломал. Приехали. 27 секунд. Когда ж такое было-то, а? 27 секунд отрыв. А мы идем дальше. Третья гонка.
Сколько надо? Приди первым, чтобы выжить. Хорошо. Подвинься. Да ладно, ладно, ладно. Я все понял. Да ты урод, сука, а. Я точно не догоню. Даже пытаться не стоит. Да нет, она уже уехала, хрен знает куда. Как ее догоню? Ты никак. Понимаю, что ликвидирован. Ну, второй, так второй.
Итак, давайте посмотрим, что тут осталось под конец. Так, тут получается 3 гонки, здесь 5 и здесь 5. Итого 13 гонок. Жесть, конечно. Как бы не пришлось бы на 3 раза разделять. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, коммент, подписка. Удачи, берегите себя.